Интересный и важный конкурс талантов организовала партия «Единая Россия». Конкурс собрал вокалистов и хореографические группы Десногорска на одной сцене. Почти все песни и танцы были о космосе и людях, связанных с ним. Гордость за своего земляка Юрия Гагарина переполняла и участников, и зрителей. Свои выступления показали образцово-хореографические коллективы «Каприз», «Данс-клуб Модерн», «Хип-хоп-студия Форсаж» и воспитанники Дома детского творчества. Зрители по достоинству оценили всех танцоров. Мне понравился танец «Космос». Болею за команду, где были дети в комбинезонах. Они очень красиво выступили, я считаю, что они лучше всех. Украшением космического праздника стали маленькие дарования – воспитанницы детского сада «Теремок». Они исполнили танец «Снежные бабочки». И хотя их выступление было вне конкурса, оно очень понравилось зрителям. Порадовали прекрасными голосами участники второй номинации «Вокал». Все выступления были запоминающимися и яркими. Но особенно зрители оценили выступления двух более взрослых участников – Антона Морозова с песней «Трава у дома» и Ксении Комазовой с лирической песней «Путь». Мнение большинства зрителей полностью совпало с решением конкурсного жюри, которое оценивало участников. Именно эти ребята заняли первые места в вокальном конкурсе. В номинации «Хореография» первого места удостоился образцово-хореографический коллектив «Каприз». Девочки удивили зрителей оригинальностью постановки танца и веселым исполнением. Следующий этап – зональный, а затем 12 апреля состоится большой гала-концерт, где определятся окончательные победители второго областного конкурса. Вилета Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.